have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. На фоне метеоров мы начинаем эту серию. У нас Natural Disaster, с нами Картмен. Без понятия, кто такой чувак, это не наш подписчик, но выглядит он очень круто. Я думаю, что нужно было постараться, чтобы сделать такой скин. Это прям подзаморочиться, прям. Мало того, что он купил нужный скинчик, он еще и с пропорциями поработал. Да. Это чертов Картмен. У меня просто в ушах сейчас звучит, что некие кто-то, плохие люди убили, сам знаешь кого. Они убили Кенни. Эти ушлепки, они убили Кенни. Давай, Картман, вниз. Down, boy, down. Так, ладно, по-моему, мы сейчас упадем вместе. Ох ты ж, ё! Да мы не упадем с Картманом. А почему я валяюсь? Встань! Я тебе помогу. Не-не-не-не-не-не, не надо мне тут помогать. Картман. Этот Картман, он такой веселый, офигеть. О, блин. Ты посмотри, что осталось от нашей вышки. От нашей башни. Мы стоим практически на честном слове. Смотри, там непонятно, за что наша башня. Ой, к нам еще люди ползут. Пошел отсюда. А прикинь, если... Палкой по голове чуть не прилетело, нормально. Ой. Опс, да, выжили. Прикинь, если появится Кенни. Вряд ли. Мне кажется, что скин Кенни, он гораздо более сложный. Именно потому, что там с пропорциями придется чудить гораздо больше. Да. Так, ну хорошо. Стратегия была правильной. Это чертов Картман. Как же чувак постарался над этим аватаром. Ты улетел! Меня вытолкнули. А ты в катке? Я не знаю. В катке! Да вы издеваетесь! Ладно, ребят, давайте на паузе до следующей катки. Так, ребятушки, возвращаемся. У нас тюрьма. В принципе... Фрума кто-то пнул. Да, что ж меня все-то пинают? Что же я такой человек-то? Совсем от ног отбился. Так, нет, сюда я не хочу. Это я знаю, чем закончится. Это закончится проигрышем, это я точно знаю. Что закончится проигрышем? Если сфоткаться, попадешь в камеру, и тогда все. Нет, ничего не все. О, кухня. Это пироги, это колбаса, это что это? Дайте сюда. Это какая-то красная текстура. А я тоже пойду на кухню. Поздно, я уже ушел. Землетрясение. Ой, землетрясение. Не выходи на улицу, тогда будет неинтересно. Сиди в здании. Больше всего контента будет. Натрясет нам контента, я чувствую. Ух, натрясет. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе. Ёлки! Палки! Вот я и не довыходился из здания. Все хорошо, все нормально. Я в клетке сижу, тут просто месиво какое-то происходит. В клетке? Да. Где чертов остров? Вон он. Пойдем посмотрим, ой-ой-ой, что там происходит. Тюрьма просто уезжает. Кто-то хотел сделать подкоп, а закончилось тем... Что вы наделали? Не, ну тоже работает. Ну, в принципе. Ой-ой-ой-ой. Я сейчас упаду и сдохну. Помогите. Тюрьма же не уйдет. Тебе уже ничто не поможет. Ух, блин, я споткнулся случайно, я теперь в клетке. Я тебе говорил, что это та еще великолепная идея. Слышь. Слышь. Она реально идет под воду. Но она так потихонечку сползает. Мне бы хотелось, чтобы она реально туда, оп, и бульк, но по-моему, этого не случится. Слышишь? Да, слышу, а что? Это хлопки, их раньше не было. Ну, я-то проиграл. Когда я выиграл, да, хлопки у меня были, но сейчас-то я проиграл, мне же никто не хлопает. А как всех закидывают куда-то? Вот этот пиксель, он каким-то образом всех может закидывать, выкидывать. Ага, это неприятный момент.
О, гоночки. Рейсвей, да. Поехали. Я заберу. Все, короче, играем в Mario Kart, поехали. Да свали ты все. Потолкни машину. Я не могу, понимаешь, в чем прикол, что если кто-то хоть как-то, хоть на секундочку становится на пути, то все. Свалите вы. Ну блин, взяли, понабросали тут. Уйди. Чувак просто сидит и блочит автомобиль. Почему? Так, я дошел. Дошел до последней карты. Мою машину угнать хотят. Уйди. О, вирус. Остерегайтесь толпы. Пошли. Я не могу проехать наверх. Я назад тоже не могу. Я зацепился за твое колесо. Да я тебя подтолкну. Все, я тебя подтолкнул. Выезжай. Это я выеду на твоей машине. Ладно. Давай, пошел. Она чихает на нас. Уйди. Едь. Да мне начихать. Это тяжело. Все. Блин, застрял, застрял. Подтолкну машину чуть-чуть. Так, поехали дальше. Надо наискосок ехать, тогда оно вроде пролазит. Давай, если попадешь в что-то розовое, это все, это смерть. Да чего все чихают? Едь! Есть, я проехал. Уи! Так, мы сделали один кружок. Блин, на самом деле, какой вирус, какой что? Вот он, настоящее испытание-то. Поехали. Еду как так, могу. Я проехал один кружок. Доезжаю до финиша первого круга. Да, есть, первый круг пройден. Первый круг есть. Тут осторожно. Фигня фиолетовая, давай, проезжай. Надо подтолкнуть машину. О, выжили. Окей, окей. Я выиграл. Накатались. Ну, накатались, это хорошо. Я хочу, чтобы следующая карта была ракетная станция. Блин. Вот, а люди... Люди на карте остались. Я остался на карте, понимаешь? О. Хотя меня сюда и перезагрузило. Так, Happy Home. Пойдем на качельке кататься? Пошли. Кстати, торнадо. Кому он надо, этот торнадо? Прыгай. Оно не работает. Потому что это тварь. Нет, ну обычно тут дофига интерактивных вещей. Почему эта карта такая... Она раньше работала, все. Почему качельки не работают? Да не классно, чувак. Not cool, dude. О. Так, постои возле трубы. Блин, я чуть не убил... Да, я ее убил! Я убил ее. Чёрт, Acid Rain, офигенно. А как там теперь чувак... вниз спуститься? Дочь, проешь крышу, пожалуйста. Все, я в доме. Чёрт. Но я убил одного человека. Я не могу спуститься. Я убьюсь нафиг. Не надо. Don't do it. Фух, у меня... Ты видишь, сколько у меня жизни? Одно хп. Да я тебе серьезно говорю. Начало... Было бы так плохо. Было бы так плохо, если бы на тебя сейчас упала балка, и ты бы умер. Да. Посмотри на Уилла. Посмотри, кто у него на плече. Ничего себе. У меня, по-моему, есть такой. Надо будет посмотреть. Если что, поменять кота на плече, это тоже тема. Так, главное, чтобы сейчас крышу не проело, потому что это меня реально может убить. Да не можешь. А, тут есть еще второй этаж. Нормально, нормально, нормально. Два этажа оно не прогрызет, мы выиграем. Ты уверен? Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Acid Rain. На самом деле, самая большая проблема была не то, чтобы... А как спуститься по вон той лестнице? По ней можно забраться, а спуститься по ней реально проблема. Да. Но я там уже одного человека успешно убил, пока пытался залезть.
Все, выиграли. Но я сейчас с этими жизнями окажусь в следующем раунде, что вот не фан. Не повезло, не портануло. Потому что, блин, ходячий ваншот. Хочу ракетную станцию. Хочу. Пикачу. Да. Хочу покемон. Меня выкинуть хотят. Тварина-то такая, меня чуть не выкинули. Я мог сейчас сдохнуть. Safety second. Чувак всех пытался выкинуть, и сам же сдох, он не попал в матч. Ага. Так. О, экскаватор. Залезть надо. Да, я залез. Экскаватор-то, кстати, ездит. Короче, мне вон туда надо поехать. Я залезу туда. Ко мне залез тост. Тост, съешь его. Они забрали кран. Я буду кататься на экскаваторе. У-ху! На экскаваторе можно дрифтить. Нифига себе, что там с краном происходит. Меня скинули, я чуть не умер. Ах ты такая. Thunderstorm. Thunder. О-о-о-о-о-о-о-о! Мне сделали облегченную версию экскаватора. Отстрелила ковш. Посмотри, вниз. Ты быстрее стал. Офигеть. Я надеюсь, что я стал. Но это... Это теперь реально выглядит как очень странная гоночная фигня. Главное не упасть. Это выглядит как какой-то автомобиль для Марса или... Да, Лилу. Есть такой. Блин, эта штука выглядит реально очень круто сейчас. Я такой еще в стеклянной коробочке сижу, нормально. Так, можно к тебе? Но у меня одно место. Чёрт. Все такие взяли, побросали машины. Вы чё? Тут весело и без упа. Хорошо, я пойду на машину. Смотри, я сейчас умру, как только сяду на машину. А зачем ты на машину садишь? Ты в машину садись. Ну ладно. Да блин, кто-то сел на мою машину. Плохой. Это, кстати, шанс выжить, когда у тебя 0 хп. Я перевернул машину, потому что эта тварь такая не хотела слезать. Он слез. Это сработало. Все, я еду на кто-то самоубился. Стой, я еду к тебе. Не я надо на мне кране. Угрожать. Ай, мне на голову что-то упало. Я на кране, я. Нет! Фу! Да! Я выжил! Что там у тебя было? Я скинул свой экскаватор, блин, с обрыва. Как раз в тот момент, когда я падал, я выжил, и мне засчитали победу. Да. Так у меня теперь полная хпшка. Это очень круто. Я на карте. Ты на кар. Надо быстро взять какую-то машинку. А! Чувак, меня кто-то пнул в стратосферу, и я вылетел. Блин, такое бывает. К сожалению, меня тоже пнули, но я не вылетел полностью. Ой, дайте мне бензовоз, хочу бензовоз. Да! Оно ездит? Оно ездит. Ну очень... что ж вы за люди-то такие? Очень туго, но ездит. Интересно, если ты сидишь в машине, тебя этот Sandstorm заденет или нет? Ну смотри, Sandstorm, он, короче, очень сильный ветер, все выкидывает в тебя. Спасибо, Кэп, предметы. Я знаю. Ну, короче, посижу в бензовозе, он тяжелый, здоровый, посмотрим, как это все будет. Мне кажется, должно бы прокатить. Сейчас бензоколонку начнет раскидывать. Если меня выкинет прямо с бензовозом, ну, это будет уже другое дело. Блин, а машины-то летают. Уи, чувака унесло. Так, частично бензовоз уже опесочился. От песка струили. Но, на самом деле, по хпшке-то... Ой, блин. Блин! Что там у тебя? Я не вижу. У меня кабину оторвал. У меня руку... Нет, не руку. Не, стой! Стой! Не лети! У меня кабину от бензовоза оторвало, и эта кабина сейчас упала. Я просто валяюсь в оторванной кабине. Посмотрю от первого лица. Нет! А, все, меня все-таки сдуло. Как раз хотел посмотреть, как это выглядит, и в этот момент меня сдуло. Ну, в принципе, ладно.
Я нифига не вижу, потому что там огромная пустыня. Метель. Эх, привет, Киченес. Бу. Я прям за тебя. Сердечный приступ. Зачем ты орешь в микрофон? Ну, то есть, у тебя даже персонаж говорит в микрофон, не то, что ты говоришь в микрофон. Ладно. Что это такое? Портал какой-то. Почему этот портал открылся? Давайте сходим на еще одну карту, посмотрим. Тут сегодня интересно. Тут реклама. Реклама другого плейса. Ты посмотри, как это... Вот это... Ты это видишь? Нет, я не вижу. Нет, я упал, я не буду в матче. Ну, это случалось с лучшими из нас. А что я должен был видеть? Чувак, а, уйди ты! Да уйди! Блин, вот же придурок! О, погоди, а это разве не тот чувак, Кокос, который был с нами в этом... Так, а меня винтом тронет или нет? Винтом может и сдуть. Так, ну я в вертушке, только я не пойму, езжу я или нет. Ладно, посижу в вертушке, нормально. А никуда не летит... О! Нифига себе, что, вулкан! Что, извиняюсь? Я могу залезть на вулкан со спавна. Вертолет дернуло, и я разбился. Вот это было круто. Что тут за идиот? Тут вот этот вот чувак писали градиент, он идиот полный. Что он делает? Ёпперсете! Он спавн идет! Он спавн идет! Ну, если сесть верхом на акулу и обвязаться динамитом, то в вулкан можно прыгать. Ты прав. Там кого-то убило. Хлол. Хлол? О, мыло, привет, чувак. Что с тобой? Какое ощущение, что, знаете, ниточка из свитера торчала. Эту ниточку зажала дверь, и чувак пошел дальше, распустил себе пол свитера, пока ходил. Да. Это интересно. Зато у него теперь есть модный шарф. Да, на вулкан можно приземлиться. Теперь мы это точно знаем. Он уходит под воду. Меня кто-то скинул туда вулкан. Давайте кикнем этого пик. Вон, чувак живой остался. Приземлились на вулкан и остались живые. Может, надо приземлиться на какой-то определенный момент? Ты прав. Вон, нуб пытается приземлиться, не может. Да, вулкан уходит. До свидания. Так, а, можно туда можно приземлиться, если у тебя есть геймпад шарик. А, вот в чем прикол. Ну, вот опять же. Медленное падение. Pay to win. Когда тебе больше не страшно fall damage. Не круто, чел. Ростик Виктори. Так, еды это растение. Чувак, что с карты случилось? С карты там спиннер застрял. Ой-ой-ой, кто? Почему нет? Опять! Пожалуйста! Не надо, нет, не. Я не в катке! Стоп. Я опять не в катке, у меня какая-то. Ты не в теме. Не то, что не в катке, ты просто не в теме. Меня опять какая-то тварь взяла и пнула за карту. Я три раза подряд не в матче. Почему? Плак. Почему? Не знаю. Так, что у нас будет? Давайте, ветер. Скорее всего, будет какая-то или Thunderstorm, или что такое. Thunder! Я думаю, можно будет под лестницей спрятаться, если уж на то пошло. Да давайте объявляйте уже, блин. Объявите. Вот они. Эйси Дрейн, я понял, все, я пошел под лесенку. Пойдем. А, ну в смысле, пойдем, ты не здесь. Да ну! Ну а что делать? Stay indoors. Как если ничего сверхъестественного не случится, то это выигрышная катка.
что уже хорошо. Мне вообще в хатке нету, не круто. Ты можешь наблюдать совсем со стороны. Смотреть на этих мелких человечишек, которые бегают и суетятся. Ты же находишься в безопасности. Блин, полхат уже разнесло. Ступеньки начали сереть. Вы офигели там, что ли? Люди просто падают. 8 детишек пришли и начали самоубиваться. Ты же не хочешь сказать, что это Fall Guys? Тут становится людно. Блин, анимированные лица были раньше? Да, их добавили где-то 2 года назад. Вот это я провтыкал. Просто тут у девушки, у нее обычное, вообще обычное лицо такое, но она моргает. Она, черт побери, моргает. Не может быть. Ведьмы, сжечь ее. Люди не могут моргать. Зато я выиграл. Думаю, тогда, ребятушки, на этом мы будем заканчивать. Все-таки победа. Вот. Спасибо, что были с нами. Вместо всем... победы. Вместо победы. Вот. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.